Christian Oehler zu mir so gut kennen sie, die nicht das eine gute, wenn man es gesagt hat, das Play, die zwar auf die Linie absorbiert, aber nein, wo, sehr geil, ja, die ist geil. Игра, по сути, как бы аркадная. Ну, жанр, ну, все же хотел обострить. Всегда мечтал поиграть в аркад. Welcome. Ну, значит, что на английском говорит, мы это пропустим. Ну, наконец-то мы туда добрались, это героев, я вот чуть не умер. Сейчас там подвижу немного. Так, так, я значит, закрою свой рот. Будем его 5 минут. 5 минут я не могу никак заткнуть его туда аукцион, если закрылся. Так, можем так открывать. Да, все правильно. Лишь быстро скровил. Я молодец. Конечно, молодец. Так, открываем. Походу, это персонаж, как американский, есть фермер. Обычный американский фермер. Так, ну второй персонаж, Натли. He is on a quest for a sword. Ну пускай будет это похоже следует. Как персонаж из Шрека. Действительно. Так, ну и здесь кнопочка B нужно и третий персонаж, да? Ну пускай будет это третий персонаж. Это Бонд, Скрипки. Нет, не особо различий. Что проходит, проходит, опа, прыгаем. Так. Идем, прыгаем. Опа, 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 опа. Я напоминаю, что с вами Энди, если что, вы можете подписаться на мой канал. Так, что такое? Да, там камень. Ну, в принципе, графон такой красивый, особенно для аркада. Так, по-моему, не самое то. Но все равно аркад не мое, немного надоедает. Мне по душе вот Call of Duty, шутер какой-нибудь. Ну, или хотя бы... от встречи или самого, не так, не сбоку. Сбоку только надо играть, да, а все остальные это, ну ни о чем. Ну, пофиг, раз уж начал обзор делать, то сделаю до конца. Так, там нарисован три персонажа, и... типа нельзя, значит, тут можно разрушить мост небольшой. Так, значит, вернусь на второй персонажа. Железяка пока дойдет, блин. И ну реально он похож как будто русский Шрека. Бум-бум. Так, теперь пить как так. Бам-бам. Америкос идет. Нет, я иду. Я иду. Я не знаю, зачем мне это нужно. Аааа! Провалимся. Так, идем. Опа, очень чувак. Че ты плачешь вообще? Че гик шоп вообще? Ну ладно. Он начинает с ним базариться, а пока мы пойдем это наше. И пойдем пройдемся, что тут такое вообще. Way I could reopen, allowing divine adventurers to partake in the unique experience that only the cave has to offer. Oh, you guys need to see this. А, у него пока денег просто есть, так что вам не нужно взять другой персонаж для того, чтобы... Так, нет, сюда нет. Ну, значит, в ту сторону пойдем, посмотрим, что там вообще, да? Опа, прыгаем сюда. Прыгаем, сейчас попробуем открыть. Ну да, все нормально, открывается. Замечательно. Так. Сниз. Оу. О, они идут за мной. Это замечательно, да. Я думаю, они там останутся. Так, так, так. Сюда, сюда, сюда. О, их нужно дернуть. Да.
тебя я мастера подергаю. Сразу шум. И чё? Так, прыгаем сюда. Опа-на. Так, это ещё что такое? Как этот, как в фильме Трон. Там это же есть такая херня синяя. А, это блин, сдох. Сдох, ладно. Прыгаем. Так. Железяка, железяка, давай, вставай. И ты тоже прыгай. Ха-ха-ха-ха. Ну что ж, идем дальше. Что у нас там? Сюда. You know, the truth is, о, нет, он меня убил. Ну что ж, может, дело. Ну там даже я искал. Может, его убить или что? Что за картинка? Ну пофиг, уходим отсюда. Ну, в принципе, с игрой все понятно. Геймплей вам показал, небольшой такой обзор сделал. Мне эта игра не очень понравилась, так что я ухожу. Всем спасибо, если кому-то понравился обзор, можете подписаться на мой канал. Меня зовут Энди.